Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу с вами сделать опять очередной пион из гофрированной бумаги, но только уже другим способом. Нам понадобится два рулона, у меня розовые, ножницы клеевой, пистолет, клеевые заряды, основание. Из основания у меня будет вот такая труба, я ее обрезать не буду. Эту трубу я покупала, вот, фольга у меня вот такая. И во что, стакан какой-нибудь, чтобы поставить эту трубу, чтобы держать. Клеевые заряды и ножницы. Рулон номер первый у меня. Так. 548. И 549. Берем первый рулон, клеевой пистолет разогреваем, так, сейчас, секунду, чтобы было поярче, и нам нужно сделать серединку. Для серединки можете скомкать бумагу. Я возьму немножко фольги. И вот так вот сделаю серединку. Приклею фольгу к нашему основанию. И сделаю небольшой шар. Вот такой. Даже еще можно. Вот столько примерно. Кстати, повыше вам подниму, чтобы вам было видно. Наносим клей чуть-чуть, чтобы нас хорошо держал. Небольшой шарик делаем. У нас понадобится нам вся труба, поэтому мы ничего не делаем. Отрезаем небольшой отрезок, 7-10 сантиметров полосочку. Отрезаем так, вот сколько, я думаю, немножко, чтобы растягиваем и приклеиваем. Нам нужно закрыть вот это вот все чудо. Наносим клей и наносим сюда клей и приклеиваем. Все, теперь фольги не видно. И выходит, что основание у нас недорогое получилось. Теперь будем делать цветок. Из оставшегося берем. Так, мне нужно что-нибудь подложить. А то у меня сейчас тут клей потечет. Вот так вот. Так, примерно берем. Сейчас я вам скажу. Вот так. Давайте сложим в три раза остаток. Вот так, в три раза. Отрезаем три. Вот такие у нас получились квадратики. Складываем в два раза. И вот здесь разрезаем не до конца. Теперь делаем форму лепестка. Прям отходов должно быть очень мало. Вот такой вот. Берем. Так, сейчас еще сделаем. Теперь берем ножницы и вот так вот нужно нам загнуть, в общем.
кончик загнуть ножницами. Можно по одному. Так, нет, нам надо в одну сторону. Ну ладно, у меня получится. Здесь обратную. Нам надо в одну сторону. Теперь берем эти лепестки и вот так вытягиваем. Можете даже поменьше брать лепестки. Теперь берем и приклеиваем их вот так. Это у нас будет. Вот такая вот у нас получилась серединка. Теперь, смотрите, вот. Теперь будем брать еще лепестки, нарезать. Сейчас все увидите. Отрезаем полоску 10 сантиметров. Вот так у нас получилось. Теперь мы с вами будем немножко по-другому делать. Отрезаем 30 сантиметров примерно. Складываем. И делим на три равные части. У нас такая вот. И складываем раз. Видно вам? Раз. Два. Три. И отрезаем. И здесь. Так, где у нас не прорезалось. Все, теперь закругляем это также. И кончики немножко вот так подворачиваем. Вот так немножко подворачиваем. Сейчас вблизи покажу. Смотрите, вот так немножко пальцем в одну сторону. Теперь раскрываем его. И
в одну сторону, вытягиваем. Так, вот здесь вот у меня не раскрылся. Теперь мы берем по кругу, приклеиваем. Ближе нужно. Вот что у нас получилось. Теперь мы берем отрезки. Сейчас. Также отрезаем полоску. И вкладываем ее, я так думаю, что в два раза. Да, складываем в два раза, разрезаем, теперь делаем лепестки, раз, два, я вот думаю, небольшие ли они, нет, где-то 7 сантиметров лепестки будут. Вырезаем лепесток. А ножку мы делаем тонкой. Вот такой. Вот что получится. 4 лепестка. Теперь мы их вытягиваем и кончик один в одну сторону, другой в другую. Вот. В одну чуть-чуть, в другую. Давайте приклеим. Сейчас вам скажу расстояние. Расстояние смотрим вот так, чтобы вас закрывало вот это вот все. Где-то вот. Так, сейчас.
Берем второй рулон, каждую полоску нарезаем примерно по 15 сантиметров, делаем заостренный угол, смотрите, вот на видео видно, и делаем один ряд, всего лишь один, два, это как вам угодно, можете сделать из всего оставшегося рулона, я буду делать прям совсем, сделала совсем чуть-чуть, половина рулона у меня осталась на следующий цветок. Вот эту вот часть закрыть, это я приклеила, вырезала просто вот такую полоску и приклеила вокруг. И у меня тут есть ножка, сейчас вот такая вот ножка, и прекрасно подходит, смотрите, и идеально будет держаться. Можно даже потолще трубу взять. Ножку как делать, у меня есть видео на канале, смотрите ниже. Всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч. Пока-пока.